Это как начало в этом в уральских пельменях. Я соколов. Ебите, ой, в смысле, стерегите меня. А как, может, я сначала листочки об этом не появить? У тебя есть резинка? Да. Ну, я могу тебе вообще ножнички принести. Зачем они? Ты хочешь поэкспериментировать? Кто я? Ты же это актером хочешь стать? Или что там тебе мать говорила? Ты столько с места-то приехал. Заплетай меня. А я умею потом. Я что знаю, просто набираю фрукт. Чувствую себя как кошка, которая падает. Ой. Ты еще лет? Может, я сам? Я не пользовался. Нахуй. Тебе дундук. Кринге. Если у меня тут неудобно немножко. И что мне делать? Будь нежен. Ой. А я думал, это шутка. Блядь. Как? Нахуй. Ну давай потихоньку как-нибудь там. У нас. Многообещающий. Какие-то эти патлы у тебя микрофон. Да бля. Что ты такой волосатый-то? Отрастил патлу, нахуй. Как же это с ним? На ногу мне кидай. А куда мне? На свою ногу кидай. На басы. Че? Не знаю. Я не вижу. Нет, не дергает. Я все время, когда меня мать стрижет, меня там дергает. Я ее сам дергаю. Тебя мать дергает. Ну-ка, ну, стоп. Ну, она профессионал, судя по всему. Я что-то все это все сюда кидаю. Потом. Да, и на ногу мне. Это же прикольно. Че ты на толчок кинул? Ты чё? Я не вижу, куда я. Дурачок, да просто вниз кидай. А как вниз-то? Блин. Ну давай думай сам. Ты же тут барбер. Какой барбер? Блин, это так волосы странные. Пришел я в этот ваш барбершоп. Барбершоп. Постригли нормально. Но за что 7 тысяч отдал, не понял. Какая-то хуйня вот эту растет, непонятно. Голос? Голос, походу. Неплохо, неплохо. Особенно вот это вот, как выглядит мне нра. Блять, у тебя полос нахуй. Минералочки. Я сказал, будь нежен со мной. А я чё? Ты меня пихнул вперед. Ты этот пидорасик маленький. Гамманчик. Ноль. Полушка. Какой полушка? Целковый. Чё там? Целковый. Чё дурак? Полушка. Порнушка. Глаз выключилась, машинка. Сломалась. Ой, поломалась. Ты серым фотоаппарат пострелил. Будешь как Моисей Великанов потом.
Помнишь, Дебил. Который лысеет, но отращивает волосы. Наконец-то я буду как Иван Говнов выглядит. Поломалось, блядь, ну там. Блядь, вот тут это. Ловушка Джокера, вот это. Что не так? Ну ты тут их так собрал, ну, ну ты садись. Садись. Ну все нормально. Блять, все. Твои волосы. Обосрать. Надо было тебя, наверное, ножничками снять. Надо было, наверное, ножничками. Да, не. Ну мы эти. Сверхгений. Ну, ты особенно. Что это вообще за волосы, откуда они растут? Вот эти вот. Из-за лба. Точнее. Что непонятно. Ты прикладывай себе. Так я не могу, тут такая хуйня. Ты сама. Давай я тут объебу их. Вот эти пидорахи. Давай, еби. А. О! Как она жужжит прикольно. Она в рукоятке жужжит? Ну да, как вибратор. Я для этого и спрошу. Ты же ты как будто бы не блин. Да когда был, чё? Лето назад, я бы сказал. Месяцев 5 прошло. Ну ладно, почти 5 прошло. Еще когда по обычной коже едешь, она так едет хреново. Ты сзади на мандаринку похож. Это чё? Это тут. Сейчас это. Ловушка Джокера. Аккуратно я убрал. Стилист. Границу там вычерчиваешь какую-то. Ой. Просто оторвался. Нахуй я это делаю, правда? Блять, тут какие-то шматки, блядь. Нормально. Ну же, в принципе, все. Ну да, ну тут вот меня. Это мой этот запасной хвост. Нужно вот так вот. Вот так вот сделать. Бачочек. Вот это щелок. Чё за звуки? Заживали волосы. Вот. Вкусно. Я говорю, заживались. В бок, короче, не надо вести, надо по росту волос. Ты ж против роста. Ну ты понял, короче. В бок главное, не хуярить через собой. Положи дома. Чтоб волосы так странно растут. Это что за хуйня? Откуда тут взяли, да? Ну и тут такая же есть. Ну, как вы так за ушами-то бреете? Ну, в принципе, все. Потом бред. Фига, зато какой этот.
Ким Чон Самзу. Фу, волосня. Ну, в принципе, неплохо. Да, не нра. Вот эту хуйню еще одну брать. Они просто растут в другую сторону. Ну, вот именно, вот и поэтому. Вот так вот, если ее бы сделать. Ну, вот, конечно, вот это вот. Ну, там это надо подровнять. Подровнять. Подговнить. Мне интересно, как я сзади выгляжу. Да нормально, в принципе. Терпимо. Да, говна жопа. Так. Ну, сзади еще более-менее. Там башка ровная. Башка ровная. Ты видишь себя? Нихуя. Видишь себя на зеркале? Да. Ну, заебал. Впервые сейчас такое говно и на голове не ну еще бы. Забыл, кто тебя бреет. Так, что? Все, поехали. Не знаю, сейчас хуже или лучше станет. Наверное, хуже. Сейчас почищу еще. Пидорахи ты. Что сделал-то, изговнил мне все. Блядь. Ты вообще что не сбрил? Да, вот а, так вот. Хреново, понятно. Ну, там это. Там это? Томато? Опять. Ну тут, блядь, короче, то, что волосы надо вот так их поднимать. Нет, надо прямо их вот вверх поднимать и вот так сбривать. Блядь, и тут зажевало все. Опять я виноват, да? Как будто, как из-за мультика это. Лесная братва там где-то, ебанутая вот эта. Домовладительница, у нее когда волосы все вырваны, вот ты так же выглядишь. Сейчас это. Ой. По-моему, нет. А! Вот это ты вырвал. Ну тут сверху. Может расчесать там, мне кажется, не просто волосы запутаны. Или по чуть-чуть просто. А то я сразу пытаюсь проехать. Вот это вот что? А я что знаю? Ну куда ты, блин? Ну давай, короче, по чуть-чуть буду сбивать, так, по-моему, лучше всего. Господи. Что ты тут наделал? Да? Ты так ручку я тут придержу. Нормально. Эти мечты. Как вообще в раковине волосы оказались? Ты над ними тряс. Так нет, там давно еще. Хотел спросить, но что-то сейчас подумал. Ну, кто-то до этого боится. Так нет. Когда пришли, не было волос. Я пёр. Ага. Может, тебе хохолок оставить? Ага. Щуба. Одну полоску, как ты знаешь. Вот такую вот по ширине. Я ее в хвосте носил. Блядь, тут это. Сейчас, короче, это план капкан. Опа! Нет.
ты игривый, конечно. Ау! Бензопила какая-то. Немножко не получилось. Ну, ладно, попробуем еще раз. Попробуем еще раз. План как команд сработает. Чуть-чуть. О, бля, ржака. Ой, ржака. А меня прокинулся нахуй. На ванне еще волос. Блин. Что волос? Это так это. У меня все рукава. Фу, я как бы это. Там все сыпется, извиняюсь, сыпется. Это так стрижать, я что поделаю. Интересно, насколько волосы буду отращивать? Такого же состояния? Ну, я не собираюсь до такого состояния отращивать. Да, давай-ка назад попробуем. Вот так вот сделать. Может, сука. Скайп тебе снимать, что-то. Так, он брит, там что-то будет, нет? Ой, а что он тёплый такой? Ну, он греется. Спрыгнет. Шея болит. Чё? Шея болит. Говорит, что у меня лоб большой. Ой-ой-ой. Да, вкусные волосы. Кушаем вот. Блять, фу, нахуй. С котом, блядь, поиграл нахуй. А! Еще до этого, правда, но... О, ну сейчас как бы... Нормально. А, ты нам глаз прямо кинул. Пошел нахуй. Я ухожу, я хожу вот так. Мне не нравится, верните обратно, как было. Ой! Чего, я опять провод выпал? Так тяжело нагибаться. Как легко проебаться. Ну так можно оставить, я думаю, да? Вполне. Вполне. Вполне, вполне. Вполне, вполне. Как в армейку-то с такими патлами пойдешь. Ну, поэтому приедешь заранее. Так. Это откуда тут? Так, ну основная работа все. Ровно выбривательный теорем. Неплохо, неплохо. Птица головы, блядь. Я на быдло похож на какой-то. Ты такого бы встретил во дворе, я бы... Испугал. Чё ты хочешь? Нормально побыть. Зачем? Ну, в плане, чтобы не плешивым быть. Да какая разница? Слушай, какая разница? Всё равно остальное открывать придётся. Думаешь? Чего? А ты так собрался ходить? Я не знаю. Додик, что ли? Ты представь меня лысым сейчас. И чё, абсолютно. Я зря брею, что ли? Вот, что такое. Всё? Ты дальше не хочешь? Я не знаю. Стоит ли это? Так, довольно радикально все равно получилось. Давай мы тебе это, ракет выберем. Обратный. Так а чё ты, давай, если ты хочешь. Это время. Постараюсь, пока не...
Мус в разные стороны растут. Вот это, да, есть такое. У меня тоже, кстати. Дихнем каким-то этот, блядь. Ой. Просто как свободно. Яйцо. Так чё? Чё? Будем бить. Раз уж начали, то надо. Раз уж начали, я думаю, пора и закончить. Я думаю, у меня голова будет. Тебя. Ну, что-то вот какое-то говно, мне кажется, тут как-то побрать. Так я там как-то от рандом, я просто сбрил все волосы, чтобы... Так давай, если ты заебал, вот что я хочу сказать. Так холодно, я не хочу просто ходить, у меня шапки нет даже. Mm. Это что за плешь? У тебя шрам там. Да? Как у тебя шрам вот эти на голове. Ну, у тебя там был какой-то шрам. Да где? Откуда вообще могут шрамы? Где-то сбоку я видел. Ну, там не было волос, по крайней мере. В каком-то месте. Вы зачем насрали волосами? Я вкакался. Фу. Кокс-ракер. Ловушка. Кокина. Ловушка кокс. Ну чё? Иди, я не знаю, мамке покажи, спроси, брить она, Санечка. Я думаю, сам еще. У меня длиннее, блядь, чем у тебя, походу. Да, у тебя вот эта вот штука есть. Ну, это да. Мне ухватиться не за что. Не, я думаю, так и с ним. Ну, ты дойди, глянь. Я думаю, помыться и нормально подравнить. Потому что они в одну сторону зачесаны. Чё? Чё? Ну, иди нахуй тогда. Волосы помыть, побурим. Как бы кабанчиком. Вот это чё, лоу? Ну, там немножко. Потом подравним. Там немножко. А, я понял, не вообще. Если я лысым буду ходить, то я буду как это, как Гослинг из фильма, где он с свастикой ходит. Да. Вот что мне это напомнило. У меня все носки свои полоса. Обосрался. Фу, воняет какой-то. Шампунем? Шампуней. Это привык бульоном. Ты шею не отмыл, и она вся в шампуне. Да? Вся шея в шампуне. Что поделать? Ох, капец, как я мало сейчас шампуня потратил, ты бы знал. Одну капельку, мне обычно таких капелек штук 10, надо 20. Ну, примерно.
что это за парень. Почему он такой невластный? Ну, мне нравится, на самом деле. Я думал, хуже будет. Мне кажется, если лысым, то тогда точно хуже будет. Угу, конечно. А? Конечно. Конечно. Ты всегда видел лысым? Нет. Да, как нет, если да. Уши. Ну, тут, в принципе, таро. Остались какие-то мелкие вот эти. Да. Вот эти штуки. А! Вот эти штуки. Ты поводи. И вот так по всему. Это что за шмат был? Ну, скопилось куча волос. Это шмат. Там вот верхушки эти обрезаются. Верхушки Джокера. Верхушка. Полушка. Порнушка. Терпышка. Да. Медичок. Дурачок. Хуй на воротничок. Нет, не медичок там. Медичок. А жучок. Жучок. Что сзади не скользко. Выявил еще это, да? Ну, быстро провел, сжимал. Угу. Наверное, по второму разу мыть придется. М? По второму разу мыть придется от мелких волос. Ну, да. Или вечером помойся, да. И ходи весь день, блядь, с мелкими волосами в башке. Что ты, блядь, несешь еще? Ну, вот эти вот мелкие. Мелочься. Нет. Их либо сейчас вымывать, либо ходить. Включи, не ходи. Ой-ой. Ой-ой. Здравствуйте. Ой-ой. Здрасте. О, мой здоровый. Тебе не нравится? Я думала, что жена не спит. А жужжит кто-то в туалете. Ушла. Не закрыв всю дверь. Я этим фотоаппаратом пошла. Мама, bring the camera. О, времена умрали. О, человечество. Не, ну, в принципе, ладно уже. Проверка на мудацкие волосы. А, тут есть немного, да, за ушами. Буду и как я тогда с одним волосом с бушки торчащим ходить. Вот. Это вот. Не Бакафи что-то. Вот я есть, да. Вот. Ой. Вот я так дергал где-то неделю. Как они вообще остаются? Миллион раз туда-сюда провел башку, один волос какой-то остался. Не знаю, ты, может, ты насадки прижимаешь там как-нибудь. Если что, потом нажмем, когда дрет. У меня по-любому. Mm? Я говорю по-любому, мозгов побольше в этом плане. Нормально, в принципе. Согласен. Че? Это просто какое-то. Это как приятно. Я, короче, в туалет хочу. Мы можем. Вам не варик прерваться. Варик вообще, в принципе.
Ты только камеру вырубил.